Привет, ребятки, с вами снова я, Зайка Бья. И сегодня мы с вами будем заниматься воспоминаниями. Да-да-да, мы с вами вспомним поделки, которые делали за последнее время. Итак, давайте же скорее посмотрим, подпишемся и поставим лайк. Итак, начинаем. И начнем мы с мумий-троллей. Мы с вами лепили мумий-маму. Это у нее передничек. Он у меня получился очень объемным, как будто бы щит. И вот она ходит с такой вот сумочкой. Вот сумочку мы с вами отдельно делали, как будто бы она танцует с помощью, ну вот вокруг нее, да, как на дискотеке. А это в шляпе. Фиолетовый герой – это мумий-папа. Я думала делать всю семью мумий-троллей. Ну вот, возможно, я к этому скоро вернусь. А далее я наткнулась на серию таких вот бегемотиков, которые представлены в различных коллекциях. Эта коллекция называется «Поп». Такие поп-исполнители. Скорее всего, этот бегемотик изображает Майкла Джексона. Вот. И танцует свою знаменитую лунную походку. Ну, вот очень мне нравятся эти киндрики. И еще один персонаж из киндер-сюрпризов. Это вот такая вот бегемотик, у которой поднимается платье от того, что она стоит на решетке вентилятора. И это самая настоящая Мерлин Монро. Ну, правда, прелесть. Далее мне что-то взгрустнулось, и я наткнулась на замечательную антистресс-игрушку, которая в виде гуся. Гусь, обнимусь. У него и крылышки. Можно по-разному сгибать и ножки. Вот так вот, одно на другое. Вот такой вот он. Ну, а это, конечно, знаменитый желейный медведь Валерка. Я его сделала вот с такими большими глазами, высунутым языком. Таким Валерку изображают обычно на начальной картинке видео. Вот я его таким вот и себе и представляю. А это шеф Пикстер, да, Пинкстер. Вот такой вот большой монстр-свин из игры Сад Бан-Бан. И, возможно, в дальнейшем мы с вами слепим и остальных монстров. Я знаю, что монстрики нравятся всем. Вот такой вот он обычно сзади, да, и вот вся такая вот красота и необычность. И, конечно же, все спереди.